Привет всем! Мы продолжаем нашу рубрику «Марафон симуляторов». Это какая часть? Я уже запуталась. Четвертый день подряд, да, мы выпускаем симулятор, и теперь у нас симулятор вора. Да. Вчерашний симулятор, симулятор матери, просто вообще вынес мне мозг. Перед этим симулятор готовки. Кошмар, у меня просто руки аж тряслись. Пока что мне больше всего понравился симулятор торговли, причем он действительно вызывает желание дальше как-то в него поиграть. Симулятор готовки вроде бы ничего такой. Давайте мы будем... Опа, в смысле сложный режим. Так, секундочку, имя профиля. Ой, имя профиля нужно обязательно, да? А что, ничего? А, вот. Ну, давайте. Нет? Так, можно? Давайте, пусть будет так. Сложный режим. Это что, можно поставить? Ой, не надо. Можно изменить в настройках. Нет мини-карты, индикаторов шума, видимости, нет меток вспомогательных значков на экране. Да боже упаси, вы о чем? Не-не-не. Давайте все нормально, чтобы все было видно. Вот. Отлично. Что это у нас здесь? Ой, тут много всего, я этого пока не понятно. Что? Вот давайте вот тут вот чуть поменьше будем делать. Вот так примерно где-то. Не знаю. Так, клавиши. Ой, как много. Давайте мы просто будем играть. Так вот. Да, симулятор торговли мне понравился пока что больше всего. Прям действительно хочется в него продолжить. Симулятор готовки. Он какой-то прям... Ну, вроде бы тоже ничего такое, но там так все это дико работает. Вот эти все переворачивания ковшей, наливание вот этих в кастрюлю всяких вещей. Тарелки разбиваются, мясо улетает, стейки просто отваливаются куда-то, рыба тоже исчезает, пропадает. В общем, с этим, конечно, надо приноровиться как-то, под это подстроиться, и тогда в это можно будет играть. Но, в общем, симулятор торговли мне понравился пока что больше всего, да. Вот, а как я уже говорила, вроде бы, мне кажется, я должна была об этом сказать в первой серии марафона симуляторов, о том, что если какой-то прям сильно понравится, то, возможно, я продолжу в него играть на запись. Да. Но если только понравится. Смотрите, там внизу бегает человечек с подарками. Да, это Санта-Клаус, Дед Мороз с подарками. Бежит, бежит, бежит. Ждем, ждем, ждем. Надпись «Выполнены 99%» радует первые 3 часа. Прекрасно. Он так мерцает. Так, слышу звуки. Во, пошло. Так. Опа. Мужик какой-то лысый. На Стэтхэма похож. Что надо делать? А, он сам. Он сам идет. Прекрасно, молодец. Нет, не сам. Ответ Space. Винни. Здорово, это я, Винни. Возьми вон тот лом и слушай меня внимательно. У нас полно дел. Сюжет, возьми лом, по умолчанию Е. Так, как обычно, все от первого лица, да? Да. Взять лом на... Убрать в сумку, Е. Новое обучение. Чего? Опять Спейс. Ломбард. Ломбарде внесли за тебя залог. Они щедрый народ, но любят принцип. Ты мне, я тебе. Если ты понимаешь. Давай посмотрим, подойдешь ли ты для этой работы. Грабани тот дом, который крайний. Escape инвентарь. Опа. Что это такое? Как в этом всем разбираться-то? Всего один, максимум 15, цена, вес... Что? Бросить. Слот быстрого доступа. Что это такое? Что это? Что это? А как это? А это что? Ничего не понятно. Добыча. Нет предметов. Инструменты. Так, это наша кочерка. Ой, это лом наш. Ключи, нет предметов. Все, только лом. Навыки. О, смотри. Ого! Тут есть навыки? Тут надо развиваться? Серьезно? Так, это что такое? Не подписано, не подписано, не подписано. Это что? А, нет, надо просто нажимать. Все, вижу. Взлом замков, уровень первый, один он. Что такое один он? Не знаю. Я где-то это уже видела. Взламывайте простые замки отмычкой. Взламывайте обычные замки отмычкой. Взламывайте сложные замки отмычкой.
Взламывайте сейфы, используя стеклорез. Это что? Ловкость. Бросайте кирпичи. В кого? Забирайтесь по лозам. По лозам? Да, по лозам. Лозы, ну в смысле типа виноградные лозы, да? Перетаскивайте большие предметы быстрее. Это что? На 25% больше места в рюкзаке. На 25% больше места в рюкзаке. На 25% больше места в рюкзаке. Прекрасно. Здесь что? Электроника. Избавляйтесь от защиты устройств с помощью инструментов для взлома. Отключайте переключатели питания. Используйте КПК для взлома терминалов. Оценивайте больше предметов во время кражи. Используйте бинокль, чтобы помечать их на расстоянии. Разбирайте драгоценности с помощью специальных инструментов. Оценивайте больше предметов во время кражи. Используйте бинокль, чтобы помечать их на расстоянии. Как-то все очень сложно. Снимайте с машины запчасти, угоняйте машины без сигнализации. И отключайте автомобильные сигнализации. Все, да? А, еще есть! Я этого не видела, да? Или видела? Используйте ноутбук, чтобы взламывать терминалы удаленно. Взламывайте... Это, по-моему, видели, нет? Используйте ноутбук Pro. Взламывайте сервера с помощью КПК-хакера. У нас 0 очков. Да? Да. Давайте тогда выходим отсюда. Пока что нам... А, подожди, нет, мы еще не досмотрели заметки. Жильцы. Подсказки. Ничего нету. Добыча, дела. Добыча, дела. Ничего нет. Игра. А, это все по качеству, да? Сменить профиль. Да ладно, нормально, пусть будет. Все, давайте выходим отсюда. Так, быстрый доступ к Ю. Чё к Ю? А, вижу, все, поняла. Поняла, все, нормально. Новое обучение. Быстрый доступ Т. Что? Вы можете добавить предметы в слот быстрого доступа, чтобы доставать их быстрее. Откройте инвентарь, выберите предмет, нажмите кнопку слот быстрого доступа. Я это уже поняла, только почему Т, когда это к Ю сказали? Или Т это просто какое-то типа обучение? Так, видим, нам нужен лом, да? Я вижу слово «сломать доски». Сломайте доски. На-на! Опа! Незаметное передвижение. Чего? Незаметное передвижение позволит вам издавать меньше шума, но уменьшит скорость. Нажмите С, чтобы красться. Как? С красться? Почему не Ctrl? Так. Куда идти-то? Сюжет. Прокрадитесь под окном по умолчанию С. Так, да мы крадем. А, кстати, С нажал и отпустил. Это очень удобно, кстати говоря. Не нужно жать все время. Кошки-кошки. Ой-ой-ой. Она нас увидит, нет? Давайте ближе к окнам прокрадемся. Нет, надо ближе к кустам. Новое обучение. Свет и видимость. Господи, что так много всего. Когда вы крадетесь посреди ночи, лучше всего избегать хорошо освещенных мест. Вот я и сказала, в кусты давай. Не забывайте, что также вас легко выдает включенный фонарик. Это что за режим реализма такой? Так, это наш Стэтхэм. Джейсон, пойдем. Я буду звать его Джейсон. Нам его имя не сказали, поэтому пусть будет Джейсон. Что произошло? Винни, ты чё нас палишь? Ты чё, обалдел? Ты глянь, как вот дебил оставил на полу фонарик, забирая его себе. Только смотри, чтобы никто не заметил свет и не вызвал копов. Винни, ты какого хрена звонишь и палишь? Мы на задании, ты не видишь, мы взять фонарик. Давай. Ну, ты чё не находишь место-то, куда ткнуть? Надо выбить вот это вот фонарь. Хотя тогда нам будет темно. Давай по кустам шляться. Так, нам куда надо? Разбейте окно ломом. По умолчанию ЛКМ. Так это ни хрена не бесшумно. Чего? Можно встать? Так нас услышат. Вы что, обалдели? Взлом замков. Уровень 4. Стеклорез. Окно заперто. Взаимодействовать Е. А что не так? А, понятно. Я разбила. Нет? Что не так-то? Да мы разбили. А, как залезть? Забраться тоже Е. Все, короче, на Е. Я не знаю, можно включать фонарик или нет. Что делать?
А, все-таки надо. На F, да? Новое обучение. Винни, ты слышишь? Отлично. Пора заняться перераспределением деньжат, так сказать. Но я так надеюсь, что это обучение, правильно? Поэтому нас здесь особо-то не будут прессовать и ловить и все такое. Шнырять. Что такое? Открыть. Медленно открыть. Удерживать. Так, медленно. Замечательно. А это быстро. Ничего нету. Ладно. А что нам красть? Новое обучение. Т. Нажмите F, чтобы включить-выключить фонарик. Помните, с включенным фонариком вас гораздо легче заметить. Да еще бы, в окно разбитое, тем более. Украдите что-нибудь, используйте фонарик. Опять все-таки использовать надо. Украдите что-нибудь. Мы сидели. А что мы украдем? Давайте обратно сядем. Так, дверь. Открыть, медленно удерживать. Что? Открыть Е. Медленно удерживать. Давайте будем медленно удерживать. Отлично. Че украдем? Тостер какой-нибудь, ростер, плиту. Вот, деньги. $15, серьезно, мы за $15 тут лезли так. Е. Тостер тоже можно взять? А, у нас, наверное, еще в сумку не все влезать будет, да? Украдите что-нибудь. Мы украли. Еще что-то надо, да? Куда точка-то горит, не пойму. Тостер? Ну, давай тостер возьмем. Давай. Опять. Винни, время сматываться, чувак. Залезай в машину и смотри, чтобы никто не увидел тебя с ломом. Так, а подожди, как нам лом... на что? На Q. Вот, на Q. Все нормально. Вылезай. А, блин, я на Space нажимаю по привычке. Фонарь, выключи фонарь. Открыть, удерживать. Так, надо запомнить, что... что удерживать это... баба! Там баба нас запалит! Чё, почему? Почему? Вы чё? Норм, бежать можно на shift? Блин, она нас увидит, да? Она увидит нас в маске. Мы же в маске, снимай маску. Это наша машина, нет? Где наша машина-то? Это наша машина, нет? Что происходит? На Т. Нежелательное внимание. Чтобы избежать нежелательного внимания со стороны других людей, уберите инструменты и выключите фонарик. Так я все сделала. Я и без ваших подсказок все сделала. Как машиной пользоваться? Вот, открыть Е. Да, это наша машина, все нормально. Войти Е. Все на Е, короче. Только не говорите, что мне нужно будет еще и рулить. Блин, вы серьезно? Ну твою-то мать. Ну почему я еще должна здесь управлять машиной? Есть хоть один симулятор, где не нужно управлять машиной? Да, есть. Симулятор матери. Цена ремонта $1. Понятно. Мне еще и машину ремонтировать. А куда нам ехать-то? Есть какое-нибудь место? Покиньте локацию, написано просто. Ну, давайте будем покидать. Ограбление удалось, да? Сейчас будет цена ремонта $25 000, да? Я просто увидела там мерцающий желтый треугольник. Нет, ром. Да, вон тот вот. Поэтому поехал так, например. В общем, наше первое дело удалось, да. Наш просто парниша 11 друзей Оушена. Свет и видимость. Когда вы крадетесь посреди ночи, лучше всего избегать, хорошо? Ну точно. Воровской рейтинг С. Это типа на троечку, да? Старый тостер. Нам за него дали что-то там. Бонус опыта за скрытность. Воровской рейтинг 12. А из скольких? Украдено. А мы вроде украли деньги, нет? Почему мне пишут, что только старый тостер? Алло, я не только старый тостер украла. Мы украли, короче, с нашим этим, с нашим Джейсоном гораздо больше. Ну ладно, закрываем. Доступны новые подсказки. Сюжет, зайдите внутрь. Где новые подсказки на Т, да? Нет, это то же самое. Да. Угу. Так, пойдемте. Опять этот Винни, посмотри, палит нас постоянно. Job, шикарно, может, дело и выговорит. Иди поспи, продолжим разговор утром. Спасибо. По такое ощущение, что мы все еще сидим. Нет, мы не сидим. А как определить, что мы сидим? Руки подняты? Да, руки подняты, когда мы сидим, отлично. Это наша халупа, да? А где спать-то?
Мы спим на диване, тогда... Какая кровать? Это диван! Причем какой-то завшивый. Давай украдем себе кровать. Ну ладно, давай спать. Видимо, мы пока не очень крутые воры. Поспите у себя, давай спать будем, спим. Что происходит? А, нет, мы не спим, надо... А-а-а! Что он сказал? Утром? Утро во сколько у вас начинается? В 7? В 6? Ну давайте в 8. Я каждое утро встаю в 6. Давайте просто хотя бы в игре пусть мой Джейсон будет спать до 8. Что надо нажать-то? Давай до 8 поспали. Все уже, да? Нет? Ничего не поняла. Пишет все еще сюжет «Поспите». Да что ты будешь делать-то? Ну давай. Как сделать так, чтобы мы поспали? До 8. Space. Нет? А, все нормально. Вот, все. Выход. Мы поспали. Да мы поспали. А, опять. Проверь свой компьютер. Мне нужно рассказать тебе о паре вещей. Окей, давай. Электроника. Уровень 1. В смысле? А, вот наш компьютер. У него компьютер типа Apple, да? Маковский. Давай. Через Tools для воров ты можешь закупить новые снаряги. Но всем этим добром еще надо уметь пользоваться. Щелкни по Steal Your Forum. Сопри свой форум. Ага, вот он. Тут ты можешь купить всякие секреты, инфу о том, что где лежит, как охраняется, кто двери закрывает, но ты понимаешь. Глянь, что я написал про Greenview 109. Прекрасно, я успеваю все читать, причем даже со всякими выражениями. Великолепно. Так, 109. Мартины. Уязвимости в безопасности дома. $0. Чего? Чего? Вы вошли как вор 321. Состояние счета. $13. Что-то как-то не густо. А, это все, что мы украли. У нас, видимо, больше-то и не было. Купить. Что? А, это картеры какие-то. Нет. Нас интересует студить. Возможное местонахождение добычи. Что? Кто-нибудь напишет, что надо делать? Уязвимость безопасности дома. $0. Может, это купить надо? А, вот. Поврежденный деревянный забор за домом легко сломать. Ой. Старый телевизор немало стоит. Запасной ключ от двери лежит в ящике. Можно все купить, да? Right. Отлично, да. Дома никогда никого не бывает. Теперь иди к своей машине. Все, надо было все, значит, покупать. Я упустил, наверное, момент, когда сказали, что можно все купить. Короче, мы, получается, можем за деньги купить, видимо, ну, какие-то... Легкие добычи, типа там что-то, мы будем знать, где запасной ключ лежит, что дома никого нету. Все будет четко и... Так, escape. Что он сказал дальше делать? Поврежденный деревянный забор за домом легко сломать. Что? Что? Старый телевизор. Кто-нибудь напишет что-нибудь дельное? Куда идти? А какой у нас... Что делать-то? А, вот, сюжет. Подойдите к своей машине. Пошли. А почему у нас все нараспашку? Как это закрыть? Можно? Я чувствую себя не... Что? Сначала сбагри добычу в ломбард. На Greenview 109 тебе надо прийти налегке. А где ломбард? Так, где ломбард? Продайте вещи в ломбарде. А где есть ломбард? Как вызвать карту на М? Ничего подобного. А, вон, вижу, рюкзак мерцает. Пошли, пошли, пошли. Значит, все в нашем месте, да? Отлично. Это что за тренажеры? Что вообще за халупа у нас такая? Вы посмотрите, а? Это что, какие-то столы для пинг-понга? Что это? Что написано? Таблица? Какая таблица? Это стол. Где? А, вот. Хранилище. Вот. Старый тостер. Отлично. Лом и фонарь нам нужны. Хотя вроде на дворе утро. Ну да. Ну ладно, пойдемте. На всякий случай возьмем. Вдруг в доме темно, они за свет наверняка не платят. Да что будешь делать? Е. Войти Е. Все на Е. Войти. Что это такое? Что это? А, это тоже какое-то хранилище. А, это, наверное, переносное, то, что мы можем с собой брать, да? Выберите место назначения. Вот сюда.
Быстрый доступ. Вы можете добавить предметы в слот быстрого доступа, чтобы добавить их быстрее. Ну что ты будешь делать? Продайте вещи в ломбарде. Чего? А мы разве этого не сделали? Что-то я не поняла. Как-то все странно очень. Войти. Взаимодействовать. Продайте вещи в ломбарде. Все? Ничего не понятно. А где ломбард находится? Можно как-то увеличить карту? Я ничего не понимаю. Отлично просто. Так, стоп. Может, там как-то назад можно вернуться? Может быть, ломбард и был там? Я не вижу. Так, 107 вижу, 108. Может быть, все-таки поедем к дому? Ну нет, он пишет сюжет, продайте вещи в ломбарде. А где здесь ломбард-то? Мы не по той стороне едем, по-моему. Да, точно. Так, никого нет, никаких грузовиков, велосипедистов. Ё-моё, мужик, ты чё ходишь тут? А, все понятно, у тебя здесь пешеходный переход, ладно. Ходи. Так, 109 там. Сюжет, продайте вещи в ломбарде. Да я б с радостью, я не поняла, как это делать только. Мы прибыли? Да, мы прибыли. А куда нам припарковаться? Можно прям тут оставить машину? Не знаю, можно? Чтобы выйти, нужно что? Остановить машину? Ну и так понятно. Так, куда нам? Взлом замков. Нам сказали, что ключ, короче, находится поврежденный деревянный забор за домом, легко сломать. Где здесь деревянный забор, легко сломать который? Что это за помойка? Не надо. Вот этот, да? Да, вот этот вот. А, давайте выберем на Q лом. Пока все очень сложно и непонятно. Как обычно это бывает. Так, давай мы уберем лом. Вот так. И присядь. Дома никого не должно быть, правильно нам сказали? Дома не должно никого быть. Запасной ключ от двери лежит в ящике. Где здесь ящик? Кто-то не говорит, что ящик... Ну, конечно же, ящик снаружи, да? Нахрена мы сюда зашли, если ящик снаружи? Незаконное проникновение? Вас заметили кто? Сказали, что никого нету. Чего? Показатель уровня шума, смотрите, есть. А кто нас заметил? Ох, хрыщ. Ты что ли? Ты что нас заметил? Какое нарушение дорожного движения? Да ты посмотри, здесь вообще шаг влево, шаг вправо, расстрел. Так, я вернулась. Тут отвлекли меня. Праздники, все дела, отвлекают. Так, что мы делали? Я забыла. Вообще прям вот забыла, что мы делали. Нас засекли, по-моему, или что-то такое, не поняла. Где-то тут должен быть продайте вещи. Он все равно упорно пишет. Что это? Что продайте вещи в ломбарде. Я не понимаю, какие вещи, в каком ломбарде он хочет, чтобы мы продали. Это... Вот это что такое? Открыть. Давайте откроем. А что в помойке мы найдем? Можно спрятаться? Серьезно? О, в помойке можно прятаться? Фу... Хорошо здесь хотя бы все в мешках закрытых. Как открыть? Спасибо. Вот это забавно довольно, но это будет сложно, учитывая, какая я могу быть тормознутая. Старый телевизор немало стоит. Поврежденный деревянный забор за домом легко сломать. Запасной ключ от двери лежит в ящике. В каком ящике? Кто-нибудь видит ящик какой-нибудь? Я не вижу никакой ящик. Это мы не можем взломать... Я не вижу ящик, серьезно. Я думала, почтовый ящик вот здесь снаружи. Но я не вижу никакого почтового ящика. Ладно.
Ладно, хорошо, давайте пригнемся, попробуем пройти так. Что за ящик? Вот тут вот мигают ромбики. Это телевизор. Это телевизор. Так. Какой-нибудь ящик кто видит? Я ничего не вижу. Дверь заперта. Взаимодействовать Е. Бесполезно. Какой-то ящик. Вот это что такое? Ничего не понимаю. Что происходит? Где ящик? Алло? Так нас запалят, да? Мы не можем ничего сделать. Давайте осмотрим дом. Вот номер 109. Запасной ключ лежит в ящике. В каком, блин, ящике? Ведь объясните мне, это вентиляция. Кто-нибудь видит здесь ящик хоть какой-нибудь? По-моему, нас пытаются развести. Я не вижу ничего. Что происходит? Серьезно? Ну-ка, встань. Не, это бред какой-то. А где машина? А чё мы её не закрыли? Ну-ка, закрой. Оставили посреди дороги. Короче, какой-то кошмар. Серьезно? Я вообще ничего не понимаю. Вот мигают вот эти ромбы. Старый телевизор. А это что такое? Так, я вижу ключ. И что это? А как это? Серьезно? Ключ находится внутри дома? Это что за дела такие? В смысле, подождите, а почти... Может быть, это не почтовый ящик? Может, это просто ящик? А ящик для чего? Запасной ключ от двери лежит в ящике. Я думала, речь о почтовом ящике. Его снаружи нету. Че, здесь почтовый ящик? Это как так-то? А куда? Может, через вентиляцию? Ну-ка, пригнись. А, мы пригнуты. Ну-ка, давай. Нет, серьезно? Я не понимаю, нам что, нужно разбивать окно? А зачем тогда ящик? Это что такое? Вот это вот что? Что там мерцает? А, это, наверное, сломанный забор. Да? Вот где-то там ключ. Забор такой, блин, это достаточно низкий. Ну вот он, ключ. Что он тут делает? Смысл в нем, если он тут вот. Я не знаю, давайте разобьем просто окно. Мы тут уже 2 часа ходим. Ничего не происходит, тупо окно никак не разбивать. Давайте, вот он этот ключ, давайте разобьем это окно дебильное. Иди отсюда к черту. Все, смысл этого ящика непонятен мне. Ты как залезешь-то? Так, мы залезли, присядь, пожалуйста, спасибо. Мусор кто-то тут оставил, ну вот он я. И что нам этот ключ дает? Возьми его. Ты взял? Ключ от входной двери. 109-го. И на кой нам ключ от входной двери, скажи, пожалуйста? Опа, поставь. Большие предметы. Чтобы украсть большой предмет, телевизор, принтер и т.д., положите его в багажник машины и уезжайте домой. Я поняла. А можно сейчас... Вот, спасибо. Тут как бы деньги лежат. Мы можем еще что-нибудь осмотреть? Раз хозяева в доме нет, надо все осмотреть. Закрой обратно. Ты тут не... Это что такое? Деньги. Мы все взяли? Он по-прежнему пишет мне слово «продайте вещи в ломбарде». Вот входная дверь. Зачем нам ключ здесь?
Объясните мне, пожалуйста, мы уже внутри. На кой черт нам здесь ключ? Тостер, давайте возьмем тостер. Кастрюля. А зачем нам кастрюля? Это какая-то особо дорогая кастрюля, да? Это что? Сковорода. Нам нужна сковорода? Я не знаю. Я боюсь, что мы просто сейчас наберем кучу всего, и как бы у нас места ни на что не хватит. Мы не сможем ничего... Деньги на полу в ванне рядом с мусором. Что это за место такое здесь страшное? Вот сейчас мелькало. А, это дверь закрыть. А у них дом-то такой, я смотрю, супер маленький. Одна спальня. Да туалет. Да? Да? Это туалет? Да? Закройте. Ну, давайте попробуем взять сковороду. Еще одну. Все, больше я ничего здесь не вижу. Давайте возьмем телевизор. Я поняла, зачем нам нужен ключ от входной двери. Я так понимаю, мы с телевизором не сможем выйти в окно, да? Скорее всего, да. Все понятно. Как взаимодействовать? Никак, да? Использовать ключ. Е. Так, как нам вырваться? Уже ночь наступила. Мы тут пока ходили, ночь наступила, блин. Видали? Вот это прям прекрасно, потрясающе. Замечательно. Так, мы идем. Нам как-то надо вырваться к нашей машине. Она у нас стоит, по-моему, вот там, вот в ту сторону надо идти. Все, мы можем встать? Нас теперь не запалят? Мы не можем бегать с телевизором в руках, да? Ну ладно. Блин, фонари включились. Нас сейчас запалят. Да? Быстро переходи дорогу. Сейчас какой-нибудь дорожный патруль, какой-нибудь этот дежурный по обходу территории участка в связи с участившимися кражами. Как в багажник положить? Открыть. Положить. Все? Он положил. Молодец какой. Как это делать? Вот так вот. Садись. Бибика, погнали. А куда гнать? Продайте вещи в ломбарде. Где ломбард? Как-то можно увеличить карту, нет? Здрасте. Мы просто катаемся по городу. Мы дежурный патруль. Дружинники всякие. Ой-ой-ой. Я не понимаю, где-то есть какое-то обозначение, в какую сторону нам надо ехать. Так, мужик шел только что по дороге. И исчез. Еще один. Главное, никого сейчас не сбить, иначе нас посадят. И когда приедет полиция, они увидят, что у нас... Багажники, вещи всякие. Мы куда вообще едем? Как увеличить карту, чтобы посмотреть, что на ней? Я просто не очень понимаю, куда нам надо ехать. Допустим, нам надо в ломбард. А куда? Мы сейчас будем, короче, по городу 7 лет кататься. Все, норм. Вот, ломбард. Все, я поняла. Я увидела слово ломбард. В прошлый раз я тоже его видела, но я что-то почему-то как-то подумала. Опа. Не забывайте тратить неиспользованные очки навыков во вкладке навыков. Вам ясно? Давайте, окей. Как долго мы искали все-таки место... ключ. Я не поняла немножко. Я думала, что нам ключ нужен, чтобы войти в дом. С. Что-то там. Старый телевизор. Аж сколько денег с него дают? Закрыть. Ломбард. Вот он, все понятно. Вот так вот. Давай, входи. Здорово. Что ты сказал? Что он пробубнил? Я ничего не слышал. Убери отсюда этот хлам. В смысле? Ты обалдел, что ли? То есть телевизор, который нам сказали, что будет стоить намного дороже, чем должно было бы быть. $30, например, да? Он дороже, чем все остальное. Он не хочет покупать. Убери отсюда этот хлам. А старый тостер он может купить. Ну, забери. Кастрюля. Кастрюлю он может купить. Сковороду тоже.
И это тоже. А старый телевизор у него хлам. Да пошел ты в жопу. Винни, что тебе надо? Винни. В чем проблема? Почему мы стоим на месте? Мы не можем пойти, пока не ответим Винни, ну ладно. Вижу, тебе удалось достать телевизор. Зайди на Black Bay. Это какой-то... Это что за Black Bay? Это eBay для... Так, Junkyard. Что такое Junkyard? Дом. Это какой-то eBay для воров, да? Для жуликов? По-любому так. Ну, пошлите. Давайте, нам надо пойти к своему компьютеру. Это у нас наверху. Идем. Вот наш компьютер, наш MacBook. Это самая дорогая вещь, короче, у нас, которая есть, видимо. Потому что у нас нет кровати, но у нас есть охренительно дорогой MacBook. Нет, почему MacBook? MacBook это же, это ноутбук. Ну, короче, ну вы поняли, Apple-ский компьютер у нас есть. Black Bay, да, это eBay для жуликов. Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. Кубок в форме слезы, золотой, кубок черно-белая ваза, ничего не понятно. А, это требуется кому-то. Искусство, запчасти, электроника, старый телевизор, $60. Чё это он? А, вот типа дороже как раз вот это продать. Отличная работа. А теперь щелкни по вкладке Rent a Thug. Это что такое? Рента что-то там. Тут ты найдешь дополнительную работенку. Я выложил заказ специально для тебя. Вон тот с посудой. Сколько еще посудой? Разбейте посуду? Зачем? 110 бейкеры. Мы выполняем заказ на воровство или просто какой-то кому-то надо прийти подебоширить? Принять. Ладно, теперь езжай в 110 и побей там посуду своим ломом. Так ощущение, что это бывший какой-нибудь мужик или бывшая баба заказали своему бывшему или бывшей разбить всю посуду после расставания. Окей. Ну как иначе? Или просто кто-то нанял... Так, а как нам? В какую сторону там нам двигаться-то? А, это нажатие, я что-то протупила. Улица Гринвью, да, у нас Гринвью? Я подзабыла, не обратила внимания сейчас. Сейчас нам напишут, наверное, в правом верхнем углу. Разбейте всю посуду в 110-м. Мы где находимся? Мы возле 100... Какого? 106-го? Так, нам вот сюда сейчас надо свернуть. Вижу. Карта, в принципе, неплохая. Мне нравится. Видно на ней четко. 110-й, 109-й, да, и дорожки видно, где свернуть можно. Прекрасная карта. Кстати, машина здесь не так уж и плохо ездит. Достаточно неплохо. Мне нравится. 109-й, Мартина. А мы тут были, да? Да. Не понял, где 110-й. Ой-ой-ой, ремонт. Цена ремонта. Вот давайте мы... Мы в прошлый раз машину оставили здесь, давайте мы ее здесь и остановим. Вот тут вот, в кустах, незаметно как-то, вот нас никто здесь не найдет. А, выходим. Закрой дверь. Дверь закрой. На сигнализацию поставь. Так... Пригнемся срочно. Господи, я думала, это чьи-то пятки, а это, блин, куст какой-то. Поврежденный деревянный забор за домом легко сломать. Запасной ключ лежит в двери ящики. Дома никогда никого не... До сих пор? Дома все еще никого не бывает? Серьезно? Нет, смотрите, исчезли все эти данные. Забор. Что-то забор не поврежден. Разбейте всю посуду. А где забор? Или это от старого осталось нам писать? Мы были в 109-м доме. Мы, короче, весь этот район, короче, на уши поднимем сейчас, да, по ходу дела? Что-то происходит. Что-то... Какой-то сейчас будет супер особо преступный район. Мы сейчас мигом тут повысим преступность до 115 уровня. Просто за ночь преступность в этом тихом, мирном закоулке. Мы куда-то ушли в другой вообще участок. Вырастет на 110%. Каким образом мы умудрились оказаться на другом уже участке? Как попасть в 110-й дом? Бейкеры. Прекрасно. Как проникнуть к вам? Мы перелезть через забор не можем, да? Может, сможем? Нет, не можем. Хорошо, ну-ка встань. Мы просто за домом ходим, может быть, мы это... Да, мы вот тут вот были только что. Вот в этой помойке прятались. Разбейте всю посуду в 110-м.
Я не понимаю, как нам проникать-то сюда? Медленно открыть. А оно открывается, видали? Так, пригнись. Как нам попасть? Давай закроем. Чтобы нас с улицы никто не запалил. В чем проблема? Дверь заперта. Прекрасно. И что нам делать? Ах ты ж, блин. Понасажали тут кустов, смотрите, не пробраться, да? Или мы можем пробраться? Мы можем пробраться. Нет, не можем, тут забор. Вот это мне так нравится, забор, блин, вот тут посреди этого. Зачем, для чего? Что это такое? Что это? Что это за кусок? Что это такое? Какой-то песок. Кто-то песочницу пытался... А, здесь, кстати, то же самое есть. Какая-то недодорожка. Как проникнуть в этот дом? Я не понимаю, здесь есть возможность того, что кто-то... Нет, все, значит, нам надо проникать в этот. Никого нету? Это мы так будем все время все эти ломать, да? Убери. А, нет, достань лом, нам нужен лом, давай, забирайся. Все, нормас, присядь. Посуда у нас на кухне, да? А украсть мы ничего не можем попутно? Не вижу. Ты чё так громко? Где кухня? Что такое? Это вся посуда, что ли? Я тут слышал, что ты даже замок взломать не можешь, а обучись-ка основам. Думаю, теперь у тебя уже должно быть достаточно навыков. Естественно, мы украдем чайник. А серьезно? Вы серьезно хотите мне сказать, что вся посуда это была вот эта вот, да? Вот эта вся посуда? Я не пойму, в доме-то кто-то есть или нет? Так, конечно, мы деньги заберем. Мы что, зря пришли, что ли? Только посуду, что ли, думаешь, бить пришли? Пусто. Давай все обшарим. Мы просто как этот... Вихрь. Это что? Я боюсь, нас сейчас как запалят, да? А зачем такое задание разбивать все-таки посуду? Я не понимаю. Что это нам дает? Я больше ничего не вижу. Давайте мы просто уйдем отсюда. Тихо, мирно, чинно. Вся посуда. А, мы не можем отсюда, да? Мы откуда проникли? По-моему, через ванную, нет? Да, мы через ванную проникли. Убери срочно лом. Пригнись. И сейчас мы тихо выйдем. Где мы припарковали машину? На карте это видно? Да, на карте видно. Все в порядке. Открывай. Уходим. Никто ничего не должен заметить. Вашу посуду побила ворона. Серьезно. Она просто залетела в окно. Разбила окно. А, вот она. И, короче, разбила посуду. Все. Деньги тоже сперла она. Нечего оставлять. Блестящие деньги. Ворона, короче, с нее все, все спросы. В чем дело? А, отсюда мы не можем так просто уехать, да? Нам отсюда обязательно нужно доехать до какой-то точки. А до какой? Откуда взять эту точку? Просто я на карте ее не вижу. Такое ощущение, что я все время еду какой-то назад. Можно как-то быстрее, наверное, достичь этой точки, но я еду по кругу. По самому этому. Длинному пути, как Колумб. Ну, ведь здесь круглый городочек. Мы рано или поздно куда-нибудь да выйдем, да? Как отсюда выехать, а? Куда ей надо ехать? Может быть, там, где 101-й, 102-й дом? Типа, где начало, нет? Ой! Ой, извините. Это ворона. Бешеные у вас тут вороны вообще. Смотрите, все поломали, все покрушили. Ну, по ходу дела, надо просто уехать за пределы вот этого района. Давайте мы съездим в ломбард, потому что у нас там мы набрали каких-то чайников, еще что-то, какую-то утварь кухонную. Воровской рейтинг С. Прекрасно. Мужчина, вы у нас... И тебе не хворать. Чайник, кастрюля. Отлично, все продали. У нас нету груза больше. Мы... Тебе закрыть дверь? Давай закрою, спасибо. Счастливо оставаться. Поехали. Что это такое, блин? Это просто какой-то симулятор открывания дверей. Давайте поедем. Так, куда? А подожди, что нам сказали сделать-то? Стой.
Сюжет. Достигните первого уровня навыка взлома замков. А каким образом? Это мы уже видели. А куда надо поехать, чтобы достигнуть этого взлома уровня? Непонятно. Так, залезай. Залезай, поехали. Что есть вот это вот junkyard? Что это? Давайте домой поедем. Когда вы крадетесь посреди ночи, лучше всего просто читать быстрее, потому что мы очень быстро убираем текст. Вы, может быть, вот здесь что-то? Мастерская. Взаимодействовать. Е. Не взаимодействуется. А здесь? Что-нибудь есть? Я ничего не вижу. А подожди, так мы можем в интернете, наверное, в нашем супердорогом компьютере за 300 тысяч просто миллионов долларов. Мы можем, наверное, в этом компьютере посмотреть видео на Ютубе, как взламывать замки, нет? Простая... Во, нам нужна, наверное, отмычка, да? Требуется уровень 2. Давайте купим. Не купим, да? А почему нет? Что делать-то надо, я не понимаю. Стеклорез. 2,5 тысячи у нас только нету. У нас только нету. У нас есть $20 на отмычку, но она не покупается. Фонарик куплен. Лом куплен. Требуется... А, нам нужен взлом замков уровень первый. Все, я поняла. А как же нам... Достигните первого уровня навыка взлома замков. А это что? Взаимодействовать. Электроника уровень 1. А как нам выучить? Я пропустила, да? Есть где-то посмотреть... Загрузить контрольную точку, сменить профиль, предметы, навыки. Вот, давайте... Вот, да? Правильно? Взламывайте простые замки отмычкой. Изучить. Вот, один он. А у нас сколько? Как понять, сколько у нас онов? А у нас всего один, да? Изучить. Да, это был всего один. И вот мы изучили. Все, мы умеем, да? А, надо нажимать именно на escape. Опять Винни. Здорово. Отлично. Теперь пойди купи себе простую отмычку из Tools for Thieves. Я уже это поняла. Я уже собиралась купить, мне не дали. Вот она. Купить. Купили. Простая отмычка. Вы видите, это какой-то либо отвертка, либо шило. Нет, похоже больше на отвертку. И невидимка для волос. Прекрасно, прекрасно. Отличная отмычка. Да что тебе надо? Пока ты не вляпался в неприятности, попробуй взломать тренировочный замок. Я оставила его в гараже. Я пыталась. Ты мне не дал сразу. Где? А где замок тренировочный? Давайте. Давайте мы изучим эту науку. Вот это замок? Ни хрена себе замок. Что это такое? Сюжет. Взломайте. Вам нужно подобрать заколкой правильный угол, а затем повернуть замок. Чем ближе заколка к правильному углу, тем дальше повернется замок. Что? Что это за сложная схема? Д повернуть. Получилось? Что-то сделали, да? У тебя все шикарно получилось с тем старым телеком в пустом доме, но для настоящего дела надо ходить в разведку. Будь у 111-го в 7 утра и наблюдай. Я не очень поняла, как взламывать замок. Можно еще раз? Надо вот эту штуку поворачивать, да? Надо вот эту штуку, короче, мышкой водить. А на D нажимать, правильно? Нет, правее. Ничего не понятно. Левее. Правее. Так мы так все поломаем. Очень сложная схема. Я ничего не поняла. Отправляйтесь на Greenview 111 к 7:00. Отметьте жильца. Обучение новое какое-то.
Занятие жильца. Находясь достаточно близко к жильцу, вы можете отметить его, чтобы узнать о его повседневных активных... каких активных? Что я прочитала вообще? Чтобы узнать о его повседневных занятиях по умолчанию колесиком мышки. Убери, пожалуйста, вот это вот... Да, спасибо. К 7 утра. А сейчас сколько? Как узнать? Ночь наступила. А потому что, знаете почему? А потому что я отвлеклась. Опять меня отвлекли. И я не... Что происходит? Проблема? Случилось. Развернуться-то. По-моему, у меня что-то случилось. Управление сбилось. Да, что-то произошло. Забаговало управление. Давайте мы будем спать к 7 утра. Как нам попасть? Надо, значит, наверное, в 6 выйти, да? Можно как-то половиночкой? Ну да, мне кажется, надо в 6, потому что мы... А как нам узнать, что время 6 или 7? Есть где-нибудь время какое-то? Игра, заметки. Мы, короче, походу, весь этот район хотим зачистить. Я не очень понимаю, где время узнать. А, ну конечно, я слепая. Видите? Видите, 6.17 написано. Я слепошарая. Да, бывает. Да, такое происходит со мной достаточно часто. Что вы хотите? Я слепая, не надо вообще на меня кричать тут. Фонарик F. Да, мы знаем, что фонарик F. Это единственное, что мы знаем. Я очень сложно открывается замок. Я не слишком поняла хорошо, как открывается замок. Надо будет, наверное, еще потренироваться на этом замке. Я так понимаю, что отмычки, наверное... 111, это сюда. Мы были у 109, потом 110, теперь мы едем к 111, да? Да. Не слишком, короче, поняла, как с этими замками работать, но ладно. Потом поймем. Так, я так понимаю, мы припаркуемся опять вот здесь, вот среди деревьев. Под нас никто не... Господи, после симулятора торговли, после вот этого вот, машина останавливается просто великолепно, идеально. Мы можем уже вот тут присесть? Давайте мы присядем. Что это такое? Что это? Что это такое? Не знаю, непонятно. Отлично, присели, ничего не видно. Вот. А что, отметка mouse button 3? Чего? Нажать надо? Присядь. Живо. Ты можешь присесть? Там есть одна коробка. Выжди, пока все уйдут, и принеси ее мне. Мне ее. Мы вот так видим? Отлично. Внутри находится коробка с важным содержимым. А как мы узнаем, что он ушел? Он стоит. Я вижу коробку, но он все еще стоит. Он вообще не собирается уходить, по-моему. Уходит. Нет, он не уходит, он просто сел. Что мне делать? А, тут закрыто. Тут как будто для меня специально плиты наложили. Дождитесь момента, когда никого не будет дома и украдите коробку с важным содержимым из 111-го. Он не собирается уходить, кто-нибудь вызовите его? Мужик, тебе надо в это... Как его? На работу. Вы находитесь в неподходящем месте. Окей. Мы отошли. Новое обучение. Т. Сон на стоянках позволяет коротать время. А, я поняла. Вопросов больше нет. Есть стоянки? Минутку. Здесь есть стоянки? Я, то есть, паркуюсь за деревьями просто так? Здесь есть какие-то стоянки? А где они? Подождите, где тут стоянки? Вижу букву П. Вот я овца, да? Вы хотите сказать, что я просто овца полностью, да? И машину нам не надо оставлять в такой близи. Нам нужно ехать на стоянку. А, мы, кстати, на стоянке прям практически. Почему мы не едем? А, потому что стоит вот эта какая-то штука. Как нам попасть к этой парковке? По-моему, мы едем не по тому, что нужно. Кто-то видит парковку? Ну вот, буква П. А что толку? Ой-ой-ой, сейчас будет.
Сейчас у нас какая-нибудь это Toyota Land Cruiser Prado. Стоянка, вот она. Ясно, все это время стоянка была тут. Спейс спать в машине, давайте поспим. Давайте до 9. А, 7 утра, наверное, точно. 7 утра, он еще не собрался на работу. Время 9. Давайте до 10 поспим. Все, я поняла. Я теперь вижу прекрасно... Ой-ой-ой. Выход С. Я теперь вижу прекрасно... Припарковались просто убого. Просто совершенно отвратительно. Но это чтобы никто не встал рядом. Где этот 111 дом? Все, ушел чувак. Наверное, да. Если нет, я не при делах. Я ни в чем не виновата. Мы можем взломать, да? Давайте мы не будем. Давайте мы как-нибудь по-другому. Нам обязательно взламывать, да? Наверное, от этого уровня будет какой-то зависеть. Но давайте попробуем. Так, на D. Право. Ага. Потрясающе. Отмычка сломалась, да? Да. Ну я реально, мне тяжело, я не поняла. У него решетки на окнах. Мы не проберемся, да? Мы сейчас тут все пиво разнесем. У него прям на всех окнах решетки, смотрите. Вот говно какое. И что делать? У него прям реально на всех окнах решетки. Блин. Беда. Беда, полная беда. Надо присесть. Но нам, короче, надо, получается, назад, да? Нам придется ехать за отмычкой. Почему только одну купили? Надо было купить набор целый. Простая отмычка? Нету. Прекрасно. Потрясающе. Придется ехать обратно за отмычкой. Купили только одну. Сейчас 20 штук куплю сразу. Давайте. Блин, ну это вообще жесть на самом деле. Так, кто так сделал? Я расстроена. Я расстроена! Вы видите, я расстроена. Я прям даже не знаю, куда ехать. Не вижу дороги. Надо было свернуть там. А, остановка автобусная. Где какие-нибудь штуки, чтобы нам уехать отсюда? Вот, наверное, до конца вот дороги, да, туда надо прям. Да. Дом. Да, нам нужны отмычки. Я так тупанула. Я просто... Ну, надо было понимать, что я овца, и сразу покупать 250 тысяч отмычек. Там просто писали отмычки 70. Понятно, простая отмычка. Купить. 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 Давай еще одну. Ой, короче, беда, просто беда. А время-то уходит, сейчас он уже с работы вернется, я как дебил, да, все еще не это. Мы можем еще раз потренироваться на замке? Давайте попробуем еще разок. Так, на D. Как это делать? Левее. Блин. Правее, левее. Да блин! Кто не понимает или нет? Повернуть. Так, левее. Правее. Правее. Да ёперный кот! Как это делать вообще? Я ничего не понимаю. Правее. Это очень сложно. Это очень сложно. Надо потихонечку нажимать на D, но это все равно очень сложно. По-моему, там мужик уже вернулся с работы домой.
Вообще, кошмар какой-то. Это сложно. Это очень сложно. Поехали. Гринвью. Наш любимый район. Да, мы еще не все дома там обграбили, обнесли. Где наша... Где находимся? Ой, какая-то штука. Так, вот сюда мы сворачиваем. 110-110 прямо вот там вот где-то. Райончик хороший был до того, как мы тут появились. А почему так несешься? Ты что так несешься-то? Подожди. Парковка. Где-то вот тут парковка. Кто-то уже, кстати, починил ремонт. Ремонт починил, да. Отремонтировал, короче, кто-то уже этот, как его звать-то? Знак дорожный, который мы снесли. Нет, подожди, спать в машине. Может быть, мы можем так... Закрой дверь. Может быть, мы сможем... Может быть, его еще нет дома. Эй, мужик, ты есть дома? Нету. Прекрасно. А можно как-то сохраниться и, если что, открыть? Давайте мы присядем. Ну, что это было сейчас? Внутри находится коробка с важным. Закрой эту дверь. Спасибо. Так, давайте... Можно сохраняться вообще здесь? Игра. Нет, нельзя, да? Выйти из игры, сменить профиль, загрузить контрольную точку. А где здесь контрольные точки-то оказываются? Что это такое? Гостиная, гостиная. Не дома, не дома. Что? В гостиной кто-то есть? Серьезно? Что это? Кто-то сидит, да? Я не понимаю. Ну давайте попробуем. Так, ощущение, что там кто-то сидит. Давайте попробуем. Так. На Д. Точно. Кто-то сидит. Как уйти? Откуда ты взялась, блин? Нет никакого проникновения. Отвалите. Ничего нет, вам показалось. Как они там оказались? Почему там кто-то оказался? Это ж к 7 утра надо было приезжать. Мы приехали. Потом ехали за отмычкой. Давай поспим в машине. Мы можем поспать еще вот прям до 10 утра, пока все уйдут из дома, из этого несчастного. Давай поспим до 10 утра. Кто нам просто запретит? Вот, все. На С выход. Закрой двери. И теперь бежим. Сейчас проверим. Мы, кстати, достаточно легко ушли, да? Получается. Прям вообще шикарно. Блин, кто-то есть там, да? Да почему ты нажимаешь на Q? Я никого не вижу. Кто-нибудь кого-нибудь видит? Я никого не вижу. Так это никто не был. Это, блин, дурацкая... Тьфу ты, ну ты. А с этой стороны? Это не... Я думала, это голова, а это просто что-то стоит. Блин, в жопу. Нас, короче, запалила баба, которая просто тупо вернулась. С чего она вдруг вернулась, непонятно. По-моему, тем более, что там была не баба, а мужик. Давай присядем. Так, ну давайте попытаемся все-таки. Заперто. Е. Не вышло, да? Вышло? А, все-таки смогли. Фух, ну слушайте, ну это вообще прям серьезно. Тяжко, 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 тяжко. Что можно украсть? Нам надо что-то взять, чтобы можно было... Коробка. Подозрительная коробка. Да наркота какая-нибудь. По-любому нас хотят это подставить. Этот Винни... Что здесь? Деньги, деньги, деньги. Бери, бери. Я все на отмычки потратила. На... Закрой. Беспалевно. Придут, ничего не увидят. Давай бери телевизор. Конечно же, бери телевизор. Брось телевизор. Что здесь?
Бери радио. Ничего не вижу. Здесь что? Ничего не вижу. Здесь что? Кепка. Нафиг нам нужна кепка? Банки из-под пива. Кто хранит банки из-под пива в шкафу? Закрой. Закрой. Наверху что-то есть? Банки из-под пива, да? Прекрасно. Он не знает о существовании холодильника, да? И что холодильник лучше использовать для пива как раз-таки. Неизвестно. Пока я не очень поняла, что с красным с этим. Давай. Бежим. Никакого проникновения, отвали. Брось телевизор. Ой, блин, нас запалили. Бегите. Где наша тачка? Где, блин, все помойки в доме? Мы куда-то делись? Что произошло? Скрытность 0. Не забывайте тратить неиспользованные очки навыков. Да иди ты, F. Да пошли вы. Вы знаете, я только начала и ничего не поняла. Бонус за опыт. Да в жопу. Мы взяли то, что надо было, и все. Доступны новые подсказки. Этот дурацкий телевизор нас подставил. Фух, вообще неплохая абсолютно игра. Совершенно неплохой симулятор. Мы можем на машину прыгнуть? Люблю прыгать на машины. Давай-ка прыгнем. Да, отлично, прекрасно. Неплохая. Да, короче, нас... растерялась я. Все, будем осмотреть в следующий раз. С отмычками, конечно, прям беда. Давайте еще раз попробуем напоследок. Но прям мне понравилось. Так, надо, короче, D нажимать потихонечку. Прям вот потихонечку. Правее, левее. Правее. Так, еще разок давай. Прям вот. Потлегонечку левее. Еще разок давай. Так, направо. Ну, вроде как бы надо еще потренироваться будет. И, в принципе, я освою эту сложную науку, да. Вот, новое обучение. Что там на Т? Преследование полиции. Да я знаю, но я не нашла эту мусорку. Вы что, прикалываетесь? Я с этим... Обидно, что пришлось упустить этот телевизор. Какой-то хрыщ из ниоткуда, блин, вылез. Вообще, что он там делал? Не житель дома, чё жалуешься? Все, давайте мы завершим. Наш четвертый симулятор подошел к концу. Завтра будет следующий. Да, это что? А мы что-то взяли, да? О, мы что-то взяли, кстати, реально. Ключ мы можем? Это куда-то нам надо, да? Не знаю. Потом, в следующий раз. Прикольно. Вот этот мне прям понравился, да, симулятор. Забавный. Я так понимаю, что, возможно, здесь есть что-то наподобие сюжета. Потому что мне, когда я брала какие-то вот симуляторы, мне сказали про какие-то из них, которые я брала на заметку, что в них есть сюжет, прям вот обязательно пройди, там прям очень круто, прям сюжет есть, тебе понравится. Только я не запомнила, какие именно с сюжетом. Возможно, вот этот как раз с сюжетом. Тут какой-то Винни, мы вышли из тюрьмы, значит, все дела. Поэтому, да. Ну, в общем, пока что мне вот это прям больше всего понравилось. Ладно, все, на этом мы заканчиваем. Продолжение следует.